Всем привет! Перед началом этого видео я вас прошу перейти по ссылке, которая находится в описании, выбрать город Рыбинск, написать в варианте свой вариант крытый манеж Дюш-15 и отписаться в комментариях под записью, которая также будет по ссылке в описании, о том, что вы выполнили все условия. Давайте вместе построим в Рыбинске крытый манеж. Всем спасибо! А теперь смотрите видео. Короче, сейчас мы поедем в конно-спортивный клуб Эквитера, вот. С вот этими бабами. Лицо открой. Ресницы, это середины или это ресницы? Главное, когда я выложу это видео, они у тебя уже выпадут. Ну и чё? Ну, у меня еще будут. Ага, синие. Так прикольно. А чё? Чё? Чё не нравится? Блин, деньги так и не обышли. Тихо. А где эта кишка? Кишка, привет! Такая легла. Чего они спят-то? А чего она такая маленькая? Кто? Кобыла. Это ты что, мне пони купил? Я вижу. Действительно. Наверное, потому что они не в курсе. Тоха встала. Ну, хоть тут не покалечится. Привет! Ребенка кормить надо. Еще скажи, кто это? Кто это? Нет, ты что? Она такая, что моя хозяйка, вау! Да нет, она просто знает, что ты популярная, Ксюша. Такая. Популярити. А Даша помню? Ты дашь мне автограф? Это она у тебя должна спросить. Смотри, она пьет второй пенсии. Регина, special for you. Главное, когда мы это видео выложим, наверное, ей уже будет 3 года. Сейчас мы будем что-то делать, я не знаю, что. Мы сейчас находимся приодели. В Эквитере. Да. И тут очень клево. Сними вот это все. Смотрите, тут красота. А это владелец Эквитера. Полулабрадор. Добродор. Вау. Так. Какой сладкий мальчик. А чучело-мючело? Да вон их там сколько, 7 котов. Он больше всех был похож, во всяком случае. Чучело. Какой славный щенок. Там, смотрите, сколько киси. Я уж поснимаю эти киси. Киси, а тут вон икона. Thank you.
Астрак тоже бесился, когда ему мешала попона. Дина, что толкаешь? Даня толкает. Это Катина лошадь. Я ей завидую. Можно мне такую? У тебя и так такая. Пойдем смотреть бычков. Ксюша. Бычок. Давай сюда. Тут что, еще кто-то? Вот будет смотреть. Скажи ему. О, господи. Ой. Ему не холодно, тут мне вот холодно. Ты что, ему сахар даешь? Что, быков никогда не видела, что ли? Взяла. О, ты что не снимай? Ой, ой. А можно мне вместо тоги быка? Забирай. Бык. Бык? Ну, захотели быка люди. Или какая разница? Мне кажется, его на колбасу упустят. Ну и чё? Алена, это ты привыкла, живодерка, всех своих животных на мясо сдавать. А ну, скажи, что, дура, что ли? Я кошек ем. Мы вообще там собак. Мы лошадей на мясо сдаем. А я кошек и собак ем. Он хочет сахарочек. Знаешь, какие куриные пиздец? Нормальные. Он у них, да, вообще-то. Да, блин, был у меня в деревне. Ой, у меня тогда. Пойдем, что, кроликов посмотрим. У меня тоже были кролики. О, пойдемте. Две хочу. Ну, короче, дай пить, подвигай пить. О, ни хрена себе кролик. Ой, типа. У меня был больше его, прикинь. Сереж, он огромный, вытягивает. Это дрянь, хрена кролик, это заяц. Я хочу, натуральный. Так, это дикий кролик, это нормальный. Это кролик. Это заяц, есть. Там не видно ничего. Смотрите, там зайчатки. Там не видно ничего. Вон там, где убил это все. Вон маленькие. А, да, вон они только... Да, я их напугаю. Не надо их пугать. Берет. Он гроза. По-моему, надо что-то включить здесь. Нету света. Походу нету. Дима, давай еще. Покажи. Мэгги! Мэгги! Девочка. Лошадь. Лошадь. Тим. Тим. А это Тим. До. Ксюша, что вы меня бросили? А? Я как больная хожу тут с камерой. А, поняла. Чего как? Это твоя Кассиопия. Кася. Бегай, это где? Вот стой. Где? А это Тога. Тога. Лошадка. Лошадка. Там ее доченька. Ну, кучу рожки. Кучу? Кучу. Там кошка за нами ходит. Классно, 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 классно. Что? Это куча. Куча. Может, сбоку куча надо снимать? Куча. Дина, я ты в курсе, что я не снимаешь? Брось каку. Подожди, сейчас я заново начну. Фига удобно. Она еще и мурлычет. Удобно. Положи, я тоже хочу. Я хочу, чтобы мой персик там делал. На, хату, персик, если ты хочешь. Куча, куча. Она не хочет.
Куча! 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 Понятно, классные звуки, мне кажется. Куча! Куча! Ну, прыгай! Звука давай! Ксюша, мне кажется, ты ей не нравишься. Да Дино, что ты пытаешь? Она просто думает, что Дина темная, значит, она дерево. А, ну да. Дина дерево. Куча! Куча! Да. Она не понимает, что происходит. Такая, Это она мяукнула. О, Эдбер, знаешь, где его мать? Вот. Это его мать. Она его начала в... Ух ты. 7 лет. А почему я ее не видела? А вот этого она родила 8 лет. Абиссинию родила. Мы по квитерии. Вот такой чучело научила. Мультик, вы видели про чучело научила? Чучело на него сдевает. Это он? Слушай, мне кажется, у тебя кнопка заела.